Hare Krishna Prabhu. Hare Bol. Hare Krishna. Примите мои смиренные поклоны. Итак, сегодня мы находимся на этой платформе, так что я кратко представлю вас аудитории, и затем вы сможете начать лекцию. Хорошо. Итак, дорогие преданные, мы очень удачливы, что сегодня с нами присутствует Его милость Махатма Прабху. Махатма Прабху присоединился к ИСККОН в 1969 году и был инициирован Шрила Прабхупадой в 1970. Он много путешествовал, проводя мастер-классы и семинары по таким важным темам, как джапа, прощение, смирение, обеты и половая чистота. Он служил как президент храма, распространитель книг, лидер санкиртаны, проповедовал в колледжах, был директор и учитель, и ко-директор Вриндаванского института высшего образования. Он является ко-директором
Bhakti Life, некоммерческой организации, которая обучает практике преданного служения через интерактивные мастер-классы, семинары и онлайн-курсы, а также консультирование. Он наиболее известен в ИСККОН своей записанной и живой музыкой и мастер-классами по джапе и прощению. Он является основателем Touchstone Training, компания, которая обучает практике преданного служения через интерактивные семинары и мастер-классы. Он также является фасилитатором в Bhagavad Life, продюсера живых и онлайн-мастер-классов и семинаров по джапе. Он живет в Алачи вместе со своей супругой Джановой и дочерью Браджа Сундари. Так что, Махарадж, вы приветствуйтесь на нашей платформе сегодня. Мы ощущаем большую честь иметь ваше святейшество сегодня с нами. Спасибо, Махарадж. Спасибо, Хари Кришна. Рад быть здесь со всеми вами. Искренне приветствую вас. Я вывел стих на экран для вас. Да. Как мы будем это делать? Я буду читать, и вы будете повторять, или Прабхупада спел Радамадава, вы просто продолжайте в одиночку из эхо. Если хотите, чтобы мы повторяли эти штуки, также дайте нам знать, как вам удобно. Я повторю несколько раз. Вы можете ответить, если хотите, повторить. Ом намо Бхагавате Васудевая. Мы читаем Шримад Бхагаватам. Первая песня, пятая глава. Текст номер 9. Ята дхарма даяс чарта Муни Варьяну киртитаха Натата Васудевасья Махима И Анварнита Ята Дхарма Даяс Чарта Муни Бхарьяну Киртитаха Натата Васудевасья Махима Яну Варнитаха Ята Дхарма Даяс Чарта Муни Бхарьяну Киртитаха Натата Васудевасья Махима Яну Варнитаха. Пословный перевод. Насколько все четыре принципа религиозной жизни и цели тобой, великим мудрецом, многократно описано не таким образом. Личности Бога Шри Кришны. Слава определенно постоянно описывается. Перевод. О, великий мудрец, хотя ты очень подробно описал четыре принципа, начиная с религиозных обрядов, ты не описал величие Верховной Личности Васудевы. Я прочту это еще раз. О, великий мудрец, хотя ты очень подробно описал четыре принципа, начиная с религиозных обрядов, ты не писал величие Верховной Личности Васудевы. Комментарий. Шри Нарада сразу установил главную причину уныния Вьясадевы, которая заключалась в том, что в своих различных
редакциях Пуран, он намеренно избегал прославления Господа. Он, разумеется, описывал славу Господа Шри Кришны, но уделял этому гораздо меньше внимания, чем вопросам религиозности, экономического развития, удовлетворения чувств и освобождения. Другими словами, в других Пуранах и Ведах уделялось внимание этим четырем принципам религии — харма, артха, кама, мокша — слишком много внимания. Эти четыре вида деятельности гораздо ниже преданного служения Господу. Как авторитетному ученому, Шри Вьясадеве было хорошо известно это различие. И тем не менее, вместо того, чтобы подчеркнуть важность этой более высокой формы деятельности преданного служения Господу, он не совсем правильно использовал свое драгоценное время и потому пребывал в унынии. Из этого следует, что без преданного служения Господу невозможно обрести истинного удовлетворения. Об этом говорится и в Бхагавад-гите. Достигнув освобождения, последней стадии процесса, начинающегося с совершения религиозных обрядов, человек погружается в чистое преданное служение. Это называется ступенью самосознания или стадией Брахмабхуты. Шримад Бхагаватам 4.30.20. Шрила Прабхупада имеет в виду Брахмабхута Прасанатма, Бхагавад-гита, Насончити, Наканчити. Итак, Вашнеш Бутешу, этот стих Бхактим Лабате Парам. Это предварительная стадия Бхакти. Достигнув стадии Брахмабхуты, человек обретает удовлетворение. Но это удовлетворение — лишь предвестник трансцендентного блаженства. Человеку следует идти дальше и обрести способность беспристрастно относиться ко всему в этом относительном мире. Пройдя эту стадию беспристрастности, живое существо утверждается в трансцендентном любовном служении Господу. Так учит сам Верховный Господь в Бхагавад-гите. Таким образом, для того, чтобы Вьясадева мог сохранить достигнутое положение на стадии Брахмабхуты и глубже осознать трансцендентное, Нарада посоветовал ему с энтузиазмом взяться за всестороннее описание пути преданного служения. Это должно было вывести его из глубокого уныния. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschati Desatam Mukam Karoti Vachalam Pangulangayate Girin Yat Kripatamaham Vande Siguru Dinatarina. Куша Дас, в какое время мне заканчивать лекцию? Махарадж, лекция длится 1 час, но если у вас много вопросов, это может займить 1.5 до 2 часов. Хорошо. То, что я обнаружил, заметил, конечно, я читал этот стих давно, очень давно. Возможно, 50 лет назад я впервые прочитал Бхагаватам. И когда я впервые прочитал этот стих, меня поразило то, что раньше меня не поражало. Вот Вьясадева, он воплощение, он на самом деле воплощение, литературное воплощение Кришны. Такая возвышенная душа. И он совершил ошибку или не сделал что-то должным образом. И его исправляет его духовный учитель. И мне
Стало интересно, я, конечно, знал эту историю, но никогда действительно не размышлял о том, что такая возвышенная душа, по-видимому, упустила суть, и как такое могло произойти. И Прабхупада объясняет здесь, что его духовный учитель корректирует его или ругает. Иногда это обязанность духовного учителя. Ему приходится корректировать или ругать. И знаете ли, в общем, Прабхупада говорил, что его духовный учитель ругал его один раз давно, когда они встретились впервые. И он воспринял это как великую милость. Однажды Прабхупада ругал одного преданного. Там при этом присутствовал другой преданный. Прабхупада был очень-очень строг. И он был так строг, что присутствующий другой преданный дрожал. Прабхупада был так разгневан. И после выговора Прабхупада сказал преданному, которого он отругал, что тот может идти. И тогда тот другой преданный остался, и он спросил Прабхупаду, он сказал, когда вы ругаете кого-то, что должен думать преданный? Потому что, когда духовный учитель недоволен, иногда ученик может подумать, «Моя духовная жизнь разрушена, я не удовлетворил своего духовного учителя». И Прабхупада сказал, «Вы должны думать, что в этом мире столько миллионов и миллионов людей, и в этот момент ваш духовный учитель тратит время, чтобы вас поправить». Так что вы должны думать, ну это великое милосердие. Он уделяет, мой духовный учитель уделяет мне время. Это великое милосердие. И это заслуживает, чтобы меня поправили. Я счастливчик, что мой духовный учитель меня поправил. Так нужно правильно воспринимать. Конечно, иногда мы не воспринимаем это таким образом, но так мы должны это воспринимать. У меня есть для вас история. Она очень интересная. Я слышал эту историю ранее, но прошлой ночью я слышал эту историю жены преданного, которого отругал Прабхупада. Это была уникальная ситуация, потому что этот преданный... Пришли два преданных, чтобы встретиться с Прабхупадой, и они задавали вопросы, которые на самом деле подвергали сомнению авторитет Прабхупады и структуру ИСККОН, такую, как он ее организовал. Это было в основном вокруг необходимости следовать авторитету, и они указывали на дефекты в авторитетах, которым им приходилось следовать, их президенту храма, GBC. Являются ли члены GBC совершенными? Они обусловленные души. У моего президента храма есть та проблема и та проблема. Должен ли я следовать ему? И Прабхупада говорил, да. Я хочу, чтобы вы следовали им. И они говорили, ну мы просто хотим следовать вам. И Прабхупада сказал, ну если вы хотите следовать мне, тогда я прошу вас следовать им. Не-не, но они делают ошибки. Это было что-то вроде этого. Это продолжалось взаимными вопросами, они задавали другие вопросы. Это было своеобразным вызовом структуре власти в ИСККОН, такой, как и установил Прабхупада. И затем Прабхупада видел, что они не хотят принимать его авторитет. И он сказал, что действительно сильное. И это единственный раз, когда я либо слышал, что Прабхупада говорил так. Потому что они не хотели следовать тому, что просил Прабхупада, он сказал, «Я вижу, что вам не нужен духовный учитель». Он продолжил, «Мне нужен духовный учитель, но я вижу, что вам не нужен духовный учитель». Так что вы можете пойти и наслаждаться материальным миром. Он сказал, почему бы вам просто не пойти и наслаждаться материальным миром и делать все, что хотите? Вау! Это были единственные два ученика, которых Шрила Прабхупада когда-либо отверг. И тот гнев был совершенно иной, чем гнев, который Прабхупада иногда использовал, когда он ругал ученика. И гнев, который Прабхупада использовал, когда он ругал ученика, был направлен на исправление ученика. И это была, по сути, форма милосердия. Так воспринимал это преданный. Мой духовный учитель очень
ясно подчеркивал это. И иногда, если человек не становится гневным, вы не понимаете смысла или не считаете это серьезным. Но в этом случае все было совершенно иначе. Прабхупада ругал их, потому что они не следовали. И сказав им, что им не нужен духовный учитель, он говорил: «Вы не хотите следовать за мной». И сказав им: «Идите, наслаждайтесь материальным миром», он говорил: «Вот что вы делаете, когда у вас нет духовного учителя. Вам остается только следовать своим прихотям, своему собственному желанию». И вот что они сделали. Они ушли. Они покинули ИСКОН, покинули сознание Кришны, сделали то, что им хотелось. И поэтому они не могли получить милости духовного учителя, который их ругал. Потому что на тот момент они должны были предаться Прабхупаде. Они должны были сказать: «О, Шрила Прабхупада, пожалуйста, простите нас, мы будем делать, как вы говорите». Но они этого не сделали. Итак, выговор — это милость. В этом случае, в этом единственном случае, это не было милостью. Это был момент, когда Прабхупада оставил ученика. Я никогда не видел, что Прабхупада когда-либо отвергал ученика. Никогда. Это был единственный раз. И неважно, насколько бы павшим предан ни был, если бы он хоть как-то или в чем-то старался, Прабхупада всегда их принимал. Даже несмотря на все, что они сделали, если они были искренними, если они старались, пытались, вот что искал Прабхупада. И поэтому, если Прабхупада видел искренность в сердце преданного, это был знак того, что у этого преданного имеет мою милость. Есть стих, я думаю, в читании Чаритамриты, который гласит: «Славен тот ученик, который никогда не отказывается от своего гуру. Славен тот гуру, который за волосы тянет ученика обратно к Богу. Славен тот гуру, который никогда не отказывается от ученика. И славен тот духовный учитель, который никогда не отказывается». Теперь, иногда я видел, что ученика ругают в современном ИСКОНе, и ученик не может этого перенести. Иногда ученик даже оборачивается против своего духовного учителя, потому что считает, что его слишком жестоко, или они считают, что с ними несправедливо обращаются, или что-то в этом роде. И поэтому это опасно. И у нас здесь есть пример Ясадевы. Трудно сказать по этому стиху, что вы... Не... Вы просто читаете стих, так что вы не знаете настроение Нарада Муни. Вы просто читаете стих, и вы не знаете, были он строг, почему ты так сделал? Ты изучил все веды, но не сделал это. В чем проблема? Вы не получаете это впечатление, вы не знаете. Но все равно возникает впечатление, что было как-то ругали. То есть, если вы читаете этот стих таким образом, ты все сделал, но забыл сделать это. Вы получаете вот это чувство, ощущение. И поэтому я думаю, что важно, потому что нет стиха, в котором сказано, что Вьясадева обиделся, ему не понравилось, как к нему обращался его духовный учитель, и поэтому он решил больше не писать ни Вед, ни Бхагаватам, и вы больше не слышите о нем. Иногда так происходит с преданными, когда их ругают. Это последний раз, когда вы их увидите. Они не могут перенести этого. И всегда нужно считать то, что когда гуру ругает, это милость. Он тратит время на нас. И обдумайте, что он говорит. Так что я знаю, что не каждый может это сделать. И это... Но мы должны видеть, то, что как нас ругают, это милость. По крайней мере, так сказал нам Прабхупада. И так он видел это, когда его духовный учитель был строг. Это была просто милость. Мы должны быть счастливы, когда получаем милость, верно? Все хотят милости. Вы все хотите милость, да?
Yes, Prabhu, I want mercy, хорошо. But not in the form of да, Прабу, я хочу милости, но не в форме, чтобы меня ругали. Я хочу быть, чтобы меня хвалили, я хочу слышать хорошие слова, я хочу добрых слов, я хочу, чтобы мой духовный учитель сказал мне: «О, Матаджи, о, Прабу, такой великий преданный, такой замечательный, ты такой-то или такой-то». Вот что мы хотим слышать, верно? Тогда мы думаем: «О, я удовлетворил своего духовного учителя». Мы не хотим, чтобы нас ругали. И мы думаем, что если нас ругали, мы разочаровали своего духовного учителя. Это не так. Если вас ругают, и вы исправляете себя, ваш духовный учитель доволен. Ваш духовный учитель не как обычный человек, который злится на вас, потому что он вас не любит, ему не нравится то, что вы сделали. Он ругает вас, чтобы исправить вас. Когда я впервые прочитал этот стих, я подумал: это так интересно, потому что мы говорим здесь о ученической преемственности прямо в начале и об авторе Вед, и его ругают. Что ж говорить о нас? Если вас когда-либо ругает ваш духовный учитель или старший преданный, вы можете подумать: ну, даже Ясадеву ругали, что же говорить о нас? Еще одна вещь, которая пришла, которую я даже никогда не осознавал, когда впервые прочитал этот стих, это то, что мы всегда продвигаемся в преданном служении. Мы всегда продвигаемся. Это не статический процесс. Так что здесь даже у Ясадевы, который продвигается благодаря благосклонности своего гуру, есть продвижение. Он не такой Будда: хорошо, стал гуру, и все, дальше нельзя. Ты совершенное существо, и вот и все. И даже с Ясадевой, автором Вед, он все еще продвигается, как и все мы. Теперь есть интересная история. Не знаю, слышали вы ее. Я забыл контекст истории. Но однажды Господа Чайтанью попросили прочитать стих Атмарама из Бхагаватам. Изначально он произнес стих Атмарама. И затем Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «Можете ли вы объяснить стих Атмарама, как вы объясняли его раньше?» И Господь Чайтанья сказал: «Я не могу вспомнить, что я сказал». И затем он продолжил говорить об этом разными способами. И затем он процитировал стих. И это был стих Господа Шивы. И он касался Бхагаватам. И Господь Чайтанья говорил: «Иногда ты говоришь, и Кришна использует тебя. Ты даже полностью не осознаешь, что ты говоришь. Но Кришна использует тебя». Так что Господь Чайтанья процитировал стих, и Господь Шива сказал: «Я знаю Бхагаватам». Шукадева знает Бхагаватам. Вьясадева, возможно, не знает его. Может быть, он знает, может быть, нет. Я не уверен, что он знает его. Я думаю, что это? Вьясадева не знает? Как он не мог бы полностью знать Бхагаватам? Ведь он его написал. Это интересно, не так ли? Я знаю. Вьясавети, навети ва. I know. Ахам бети. Я знаю. Ахам бети, I know. Сука бети. Господь Шива говорит: «Ахам бети, я знаю». Сука бети, он знает. Maybe Vyas knows, maybe he doesn't know. Может быть, Вьяс знает, а может быть, он и не знает. Как он мог написать Веды и не знать? И Господь Чайтанья говорит: когда я говорил эти стихи, изначально эти стихи от Марама, когда я их объяснял, я не могу вспомнить их сейчас, что я сказал. И смысл был в том, что Кришна использовал его как свой рот, и эта информация прошла через него. И я не помню, что я сказал, что является еще одним способом сказать, возможно, другим способом сказать: «Я даже не понимаю, что я сказал». Но это прошло через меня, я сказал это. Таким же образом, Господь Шива говорит: возможно, Вьясадева не полностью понимает Бхагаватам, но Кришна использовал его, чтобы записать. Интересно, не так ли?
То есть можете сказать что-то, и вы даже не понимаете этого. И вот Вьясадева, и Кришна использует его. And Prabhupada would read his own books. И Прабхупада читал свои собственные книги. И преданные говорили: «Прабхупада, вы читали свои собственные книги?» И он говорил: «Да, потому что я их не писал. Кришна написал их, поэтому теперь я их читаю». Как будто мне нужно, знаете, там, давайте посмотрим, что я написал. Это просто Кришна использовал меня. Теперь мне нужно прочитать это, потому что Кришна говорил. Теперь мне нужно прочитать, что Кришна говорил. Это довольно интересно, не так ли? Я думаю, Шутакирти Прабху это объяснял, и он говорил, что обычно автор не читает свои собственные книги. Это неловко. И здесь вы видите, как Прабхупада читает свои собственные книги, потому что он говорит, что я их не писал. Так что это было, как это я воспринял, это тоже как принцип. Это прошло через меня. Я записал это, теперь давайте прочитаем это. Теперь давай я прочитаю, что я написал, потому что я не помню точно, что я написал. Это просто передавал Кришна. Так что это показывает, что если кто-то является инструментом для Кришны, иногда он может что-то сделать, и он не понимает, как он это сделал. Как-то Прабхупада сказал: «Я не ученый, но я побеждаю ученых». «Я не ученый, но я побеждаю их». Он сказал: «Как я могу их победить? Эти образованные люди, я их побеждаю. Кришна дает мне это. Кришна дает мне это знание, что я могу это сделать, несмотря на всю их образованность». Таково было всегда настроение Прабхупады. Кришна будет использовать тебя, если ты хочешь быть им задействованным. Он даст тебе разум. Он даст тебе правильные слова. Как молодые преданные, у нас все равно было не так много знаний, так что у нас не было множества выборов, кроме как сказать: «Хорошо, Кришна, я буду это делать. Я не знаю, как это делать, но ты можешь использовать меня». Видите, теперь, когда вы присоединяетесь к ИСККОН, есть так много программ обучения, вы просто заходите в интернет и можете слушать многих старших преданных. У нас этого не было. Когда я присоединился, я думаю, что самый старший человек в моем храме был президент храма, и он был там, наверное, около 2.5 лет. По-моему, ему было 2.5 года в движении, для нас, мне было тогда 19. 29 — это как старик. И 2.5 года в ИСККОН, потому что ИСККОН был всего лишь, действительно, ему всего 4 года было. Так что он был в ИСККОН практически с самого начала. Для нас он был как старший-старший. На самом деле, никто не знал так много. И Прабхупада просил нас делать много. И как мы это делали? Прабхупада говорил: «Кришна даст вам разум». Говорим: «Хорошо, нас немного учили, у нас не было выбора. Хорошо, иди начни храм, как это делать? Кришна даст тебе разум. Иди готовь, как это делать? Кришна даст разум». О, пришло время читать Бхагаватам. Я никогда не читал Бхагаватам. Что такое Бхагаватам? О, это книга? Возьми ее с полки. Просто прочти стих и скажи то, что ты знаешь. Хорошо. Иногда преданный читал стих с комментарием и читал следующий стих с комментарием. Он не знал, что сказать. Просто продолжал читать. Вот что мы делали. Пока Кришна не вдохновил нас сказать что-то и не дал нам сколько-то разума, как это сделать. Так что вы видите, Вьясадева, он инструмент. Знает ли он Веды или нет? Ну, он знает. Да, мы не уверены. Теперь его гуру должен прийти и сказать ему: «Ты сделал ошибку здесь». Хорошо, спасибо, что поправили меня. Не знал об этом. Даже Вьясадева. Как такое возможно? Это возможно. Но с кем есть гуру, чтобы поправить? И много раз Прабхупада поправлял вещи, о которых мы даже не знали, что они были неправильными. «Почему ты сделал это? Почему ты сделал то? Ой, я что-то сделал неправильно». Мы не имели понятия. Иногда Кришна открывает нам, что правильно, а иногда что нет. И духовный учитель, и другие преданные
приходили и поправляли нас. Вот один момент. Теперь у нас есть основной момент стиха, о котором, вероятно, вы обсуждали немного вчера, потому что предыдущий стих похож. И это обсуждение четырех принципов — дхарма, артха, кама, мокша. И в конечном итоге нас не интересует ни один из них. Дхарма — вы исполняете дхарму, религиозную деятельность. Это в Ведах что считается дхармой, религиозной деятельностью? То есть затем это порождает следующий этап — артха, деньги. Если вы религиозны, если вы благочестивы, то создаете хорошую карму, вы будете богаты, создаете хорошую карму. И если у вас есть деньги, что делать, когда у вас есть деньги? Что происходит, когда у вас есть деньги? Вы переходите на следующий уровень. У вас есть деньги, так что вы можете удовлетворять свои чувства. Чем больше у вас денег, тем больше чувства наслаждения вы можете купить. И в чем же идея? Идея в том, что ты наслаждался жизнью, удовлетворял свои чувства, а затем решаешь отречься, мокша. Итак, мокша — это освобождение, но, как мы знаем, Господь Чайтанья сказал, Према Пумарта Махан, но за пределами освобождения есть любовь. И вот что здесь действительно говорится. Ладно, ты описываешь это, и позже... Интересно то, что он сказал. По сути, он говорит, знаете, такой способ взглянуть на это, по крайней мере, так, как я вижу это Кали-юга. Просто этим людям, они не могут это сделать, это не обязательно, не нужно. Просто перейди к сути. И он говорит в конечном итоге, к чему все это, что интересно, потому что это один из основных аспектов Вед. Но это то, что Прабхупада называет материальной религией. Ты используешь религию, используешь Бога, чтобы продвигаться в этом мире. И даже используешь Бога, чтобы освободиться. Но в этом освобожденном состоянии ты даже и не служишь. Это нейтральное состояние, положение. И Вьясадеви говорят, знаешь, в основном ты просто потратил свое время на это, потому что в чем смысл? Тебе не нужно это делать. Ты можешь сразу перейти к Бхагаватам. В наши дни мы распространяли Бхагаватам, когда в наши дни распространения книг Бхагаватам издавались песнь за песню периодически. Когда они печатались песню за песню, мы получали там тысячи, ну, пятая песня только что была напечатана, они печатали так много тысяч, не знаю сколько, и они отдавали их на распространителям книг, чтобы оплатить печать. Не было так много преданных, не было так много преданных, покупающих комплекты, так что эти книги распространялись. Только что вышла пятая песня, все адские планеты, и лес материального удовлетворения, и все страдания в материальном мире. Ладно, распространяйте эту. Так что мы шли в аэропорт, и мне было так неудобно. Мне казалось, что люди счастливчики, но мне было не по себе. Я думал, кто эти люди, которым я распространяю Бхагаватам, и что это за Бхагаватам? Это такая возвышенная книга, и эти люди ничего не знают вообще ни о чем. И мы даем им Бхагаватам. И Прабхупада говорит, да, давайте им Бхагаватам, давайте им Чайтанья Чаритамриту, Нектар наставлений. Нектар наставлений, все эти очень возвышенные книги. Я думал, это кажется таким парадоксом. Это такая возвышенная книга, и эти люди, они ничего не знают. Они нарушают все принципы. Прабхупада говорит, если не прочитают хотя бы одно слово, если не коснутся книги, их жизнь поменяется. И он говорит, это как божество. Так что мы подумали, ладно, это как будто мы распространяем божества, и они попадут в их дом, и они чистят их дом. Это была как бы вот такая идея. И Прабхупада никогда не говорил, ну, вы не квалифицированы читать Бхагаватам.
никто не квалифицирован. Он говорил, нет, распространяйте эти книги, дайте их в библиотеке всех университетов. Люди должны видеть эти книги, ученые должны читать эти книги. Он никогда не говорил, что никто не квалифицирован. И я всегда думал, как эти люди могут читать эти книги, никто не квалифицирован? И Прабхупада? Нет, если они читают одно слово, если они один слог даже, если они даже не читают, они просто касаются их. Так что мы распространяли книги. И многие люди не понимали, но некоторые понимали. И они открывали их и пытались прочитать. И они получали благо на разных уровнях. Не то, что мы не должны стараться написать книги, которые достигнут простого человека, но тем не менее, это Бхагаватам принимается, его поют. Его примут саду, хорошие люди. Так что Прабхупада потом написал книгу «Кришна». Вы помните, книга «Кришна», она вышла где-то в 1970 году, потому что Прабхупада боялся, что ему, возможно, не удастся перевести десятую песнь. И он подумал, почему бы мне просто не сделать краткое изложение. То же самое было с «Нектаром преданности». Почему бы не сделать краткое изложение? Прабхупада никогда не делал там стих за стихом «Нектара преданности» Бхакти Расамрита Синду. Так что книга «Кришна» была тем же самым. Просто, на всякий случай, чтобы мы могли дать книгу «Кришна». Теперь, ну, в 2010 году у нас было только первая песня Бхагаватам. Так что в 70-м году Прабхупада написал книгу Кришны. Тогда мы смогли услышать лилы Кришны. Мы действительно не знали их, знали несколько, но немного. Так что, когда вышла книга Кришны, вся десятая песня стала нам понятна. О, это Кришна. Это Бог, это то, что Он делает. Так что мы распространяли эти книги. И люди читали о Кришне и очищались и становились преданными. Мы думали, это удивительно. Они не знают, кто такой Бог, и мы даем десятую песнь Бхагаватам. И вы все можете подумать, подождите минуточку, десятая песнь, вы же должны прочитать девять песен, прежде чем прочитать десятую. Теперь Прабхупада переводит десятую песнь и говорит, распространяйте книгу Кришна. Вау, мы распространяем книгу Кришна, десятую песнь, обычным людям на улице, которые ничего не знают о Кришне, которые, возможно, нарушают все виды религиозных принципов, не следуя религиозным принципам, нарушая другие принципы. И видение Прабхупады было, это Кали-юга, это милость. Если они прочитают это, они очистятся. Это то, что хочет Господь Читания. Так что теперь мы можем видеть из этого стиха, что это Кали-юга, и в Кали-югу мы не думаем, кто квалифицирован. Просто мы идем сразу к высшему. Это такой интересный век, потому что у вас есть веды, Ясадева составляет веды, и веды используются, и они передаются из поколения в поколение. Теперь приходит Кали-юга, и Нарда говорит, хорошо, это Кали-юга, так что в Кали-юге мы идем прямо к вершине. Теперь Кали-юга. Это почти как сказать, ну, что он и сказал, он говорит, посмотрите на людей сейчас в Кали-юге. Они полностью увлечены чувством наслаждения. Люди, это самые низкие люди, самый низкий век. Это так что в предыдущие века люди были дхармическими, они были более религиозными, они были более благочестивыми. И мы могли бы сказать, возможно, этот процесс дхармы, артхи, камы, мокши полезен. Но мы видим, что в Кали-юге это такой интересный век. Но вместо того, чтобы проходить через уровни квалификации в Кали-юге, мы получаем Бхагаватам, и мы получаем Святое Имя. Вот самое высшее. И просто прими это. И Прабхупада просит нас, раздавайте это всем. Раздавайте Бхагаватам всем. И вы подумали, но, да, но им не нужна же какая-то квалификация. В конце концов, это же Бхагаватам. Это такая возвышенная литература. Нет, давайте им Бхагаватам, давайте им Кришну.
Давайте им святое имя. Но Прабхупада в книге Кришна описывается Расалила. Это такая возвышенная вещь. Да. И это очистит их от желания к сексу, потому что мы объяснили философию в книге Кришна, чтобы они могли понять. Так что вот, мы говорим с обычными мужчинами и женщинами, которые никогда не слышали Вед. Или, возможно, некоторые слышали, но большинство людей нет. И мы даем книгу Кришна, в которой есть Расалила. Я имею в виду, это невообразимо, не так ли? Вы подумали, нет, это книга Кришна, это Бхагаватам, это только для преданных, нам не следует распространять ее. А Прабхупада говорит, нет, распространяйте. И он говорит, и Вьясадева, Нарада Муни говорит, что все другое, что ты вкладываешь в Веды, это просто обратиться против тебя, потому что, когда ты говоришь о Дхарме, Артхе, Каме, Мокше, люди, вот что они хотят. Они хотят деньги, они хотят удовлетворения чувств. Ты просто вводишь их в заблуждение. Это не сработает. Просто давай, дай им Расалилу. Вы можете представить, что думал Вьясадева? Что? Я услышал вас правильно? Вы хотите сказать, что мне нужно просто вложить все эти лилы? Вот это, для этого и Бхагаватам? Мне нужно написать книгу только о Кришна-лиле? Вы можете представить, что Вьясадева мог быть бы удивлен? Правда? Смогут ли люди это осилить? И по сути, Нарада Муни говорит, да, именно. И это именно то, что им нужно. И они могут справиться с этим. Им нужно просто услышать о Кришна-лиле и о любви к Кришне. И им нужно слышать о чистых преданных, и им не нужно слышать ничего другого. Потому что в Кали-юге ничто другое не поможет им. Им даже скажем, они не квалифицированы слушать. Не, они не квалифицированы для Дхармы, Артхи, Камы, Мокши. Это просто испортит их. Они не знают, как это делать. Они собьются с пути. К тому же это Кали-юга. Вам это не нужно. Просто давайте им чистую Кришна-катху. Вот все, что им нужно. И затем Бхагаватам, прямо в начале Вьясадева говорит, что этот Бхагаватам — это Амала Пурана. Это Бхагаватам — это чистый нектар Кришна-лилы. И это то, что нужно людям. Поэтому Прабхупада говорит, хорошо, Нарада Муни анализирует, это проблема, нам не нужны все эти веды больше, это Кали-юга, это все, что нам нужно. Кали-юга — это беспорядок, мы знаем это, и за последние 5-10 лет, думаю, это стало еще хуже. И недавно, с ковидом, и он продолжает распространяться, и политические потрясения. И мы думаем, что я сделал, чтобы родиться в Кали-юге? Так плохо, я все еще здесь, в материальном мире, и вернулся обратно к Богу. Но есть еще один способ посмотреть на это. Это Кали-юга. И теперь в Кали-югу нам был дан этот чистый нектар. Мы так удачливы. Недавно я говорил своей супруге, я сказал, интересно, что вот вы приходите в материальный мир, а затем можете пойти в Баума Вриндаван, когда вы очищены, и вы можете участвовать в Кришна-лиле. И эти лилы, которые не проводятся с Кришной в духовном мире, или многие из них, они просто есть на этой планете, как там Дамодар. Мы все медитируем на Дамодару, это только на этой планете. Таким образом, в этом смысле мы немного удачливы, что мы здесь, на этой планете, и что мы можем слышать об этих лилах и погружаться в них. Итак, это процесс. Есть еще один момент, интересный момент, о котором говорит Прабхупада. Он говорит о стадии Брахма-Будды. И эту стадию Брахма-Будды вы можете обнаружить во второй главе Бхагавад-гиты. И Прабхупада ссылается на это. Здесь он использует два слова. Нейтральность и равенство в относительном мире. Что он ему имеет в виду здесь? Нейтральность и равенство. Нейтральность и равенство означают не беспокоиться от счастья и стресса, победы, поражения, успеха, неудачи,
жары и холода, славы и бесславия. Кришна использует все эти слова во второй главе. И он говорит Арджуне: не позволяй этим вещам влиять на тебя. А затем он говорит: если ты не поддаешься воздействию счастья и несчастья, то ты становишься подходящим для освобождения. Тогда ты как будто вы находитесь на вокзале, вокзал, чтобы сесть на поезд обратно к Богу. Но чтобы попасть на вокзал, нужно быть уравновешенным, не расстраиваться, когда дела идут плохо, не охватываться восторгом, когда дела идут хорошо. Если ты проиграешь битву, не плачь. Если выиграешь битву, не бывай там чрезвычайно, чрезмерно восторженным. Просто будь уравновешенным, будь нейтральным к людям, не будь предвзятым, пандита самадаршином. Вот о чем говорит Прабхупада здесь. После освобождения, которое является последним пунктом в исполнении религиозных обрядов, человек занимается чистым преданным служением. Тогда вы могли бы сказать: ну, теперь я занимаюсь преданным служением, я пытаюсь делать это чисто. И Прабхупада сказал: если вы делаете это искренне, по его указу, это тоже чистое преданное служение. И вы можете сказать: но я никогда не достигну Брахмабуты. Иногда, когда вещи сложны, я поддаюсь влиянию. Но Прабхупада объяснил это по-другому в отношении преданного служения. Итак, предположим, вы в ситуации, вы поддались влиянию, вы отчасти ошеломлены там страданием или несчастьем, и тогда вы думаете: ну, видите ли, я так далек от этой стадии Брахмабута, самореализации, потому что я так сильно поддаюсь влиянию. Один преданный был расстроен мной, и мой ум взволнован. Или я пытаюсь выполнить свое служение, и мой президент там упрекает меня, я сделал неправильно, и теперь я расстроен, я так сильно поддаюсь влиянию. Но Прабхупада сказал: есть еще один аспект этого. И это не означает, что эта стадия Брахмабута не всегда означает, что вы не поддаетесь влиянию, но это означает, что ваше преданное служение не поддается влиянию, даже если вы поддаетесь влиянию. Вот еще один этап. Потому что нам иногда нужно переопределить термины, которые больше относятся к нашему положению, нашему состоянию. Приведу пример, который дает Прабхупада. Равенство, нейтральность, не поддаваться воздействию радости и страданий и так далее. Какова цель? Исполнять свой долг стабильно. Так что если вы исполняете свой долг стабильно, это признак того, что вы не поддаетесь воздействию, даже если вы чувствуете, что поддаетесь. Нет, я поддаюсь, сегодня очень расстроен. Но будьте Брахмабута. Даже если вы расстроены, продолжайте выполнять свое служение. Не позволяйте расстройству овладеть вами. Вот один аспект. Затем, есть еще один интересный момент, или что-то, что я всегда находил очень интересным. Однажды Шрила Прабхупада был... Его спросили распространители книг: станем ли мы самореализованными, распространяя книги? Прабхупада сказал что-то неожиданное. Он сказал, что тот факт, что вы каждый день выходите на распространение книг, означает, что вы самореализованы. Конечно, никто не думал, что он самореализован. Так что я самореализован, потому что я каждый день иду на распространение книг? Это было интересно, потому что часто Прабхупада определял вещи, как любовь к Кришне, чистое преданное служение. Вы на духовной платформе, вы самореализованы способами, которые казались несколько несовместимыми с тем, как он описывал эти вещи в своих книгах. Я не самореализован. Я самореализован, потому что каждый день я распространяю книги. Я не чувствую, что я самореализован. Я раздаю книги там молодым дамам, привлекательным женщинам. Я иногда могу расстраиваться, иногда погода холодная, это мешает мне. И иногда люди раздражаются на меня, и я тоже расстроен. В чем заключается вот момент Прабхупады? Смысл в том, что вы можете не чувствовать себя самореализованным, но факт того, что вы каждый день выходите, означает, что вы осознаете, что ваше служение Кришне важно. И это действительно означает, что вы находитесь на платформе Брахмабута, потому что вы осознаете, что это духовная платформа, и вы каждый день идете, выходите на улицу. Так что Прабхупада как бы переопределил то, что он подразумевал под самореализацией, говоря, что если вы выполняете преданное служение стабильно каждый день, несмотря на все трудности,
это Брахмабута Прасанатма. Это означает, что вы самореализованы, потому что вы осознаете в конечном итоге, что удовлетворение потребностей тела не цель жизни, так что вы готовы выходить и принимать некоторые трудности, дискомфорт. Это означает, что вы самореализованы. Это интересный взгляд на самореализацию. Прабхупада сказал, все мои ученики чистые и преданные. Это еще одно определение чистого преданного. Если они следуют за мной, все не заняты чистым преданным служением. Так что опять-таки это указывает на то, что вам не нужно проходить через все эти этапы. Тогда, когда вы станете самореализованными, у вас будет полное осознание того, что вы душа, исполненное знание, блаженство и вечности, тогда мы пошлем вас на распространение книг. Нет, второй день после того, как мы присоединились, по крайней мере, ну, в наши дни. Хорошо, идете на Санкиртану, вот ваши книги, вот вам журнал «Обратно к Богу». Почему мне это даете? Потому что ты самореализован. Ты вошел в храм, ты, означает, осознал, что ты не тело. Готов вставать рано и повторять, и делать все ваши обязанности, если вы не тело. Если бы вы осознавали, что вы тело, вы бы не присоединились к храму. Вы бы сейчас были дома, вы спали. Но сейчас вы встаете утром, воспеваете, и это означает, что вы самореализованы. Действительно ли? Я самореализован? Хорошо, вы понимаете, что вы не тело в том смысле, по крайней мере, вы не поступаете, как если бы вы были телом. Вы действуете, как будто вы душа. И если вы действуете как душа, тогда я поставлю вам печать одобрения. Прабхупада сказал, я поставлю вам печать одобрения. Не то, что он сказал, он, скорее всего, говорит, я поставлю вам печать одобрения, что вы самореализованы, потому что вам не хочется вставать по утрам, но вы встаете. И служить трудно, но вы это исполняете, и вы говорите, но Прабху, в моем уме беспокойство, и я там жалуюсь. Да, но вы исполняете служение, вы самореализованы, вы терпите, вы не поддаетесь влиянию. Теперь, то есть вы уравновешены, вы нейтральны, вы не поддаетесь влиянию. Нет, но я очень подвержен, я очень расстроен, но вы же все равно исполняете свое служение. Вы не отказываетесь от него. Вот такое было определение Прабхупады, Брахмабуты или самоосознания. Так что мы должны помнить это. Что бы ни случилось, не отказывайтесь, не оставляйте это. И если вы оставили это, то это слабость, тогда мы поддаемся, тогда это и есть материальное восприятие. Я схожу с платформы Брахмабута, потому что я обеспокоен, я поддаюсь этому беспокойству. Пока мы терпим это беспокойство, нас можно считать на платформе самоосознания. И таким образом, если вы когда-либо задавались вопросом об этом стихе, вас спрашивают, не должен ли я пройти к этому этапу, потому что в этом стихе сказано, что после того, как я достигну этого этапа Брахмабута, тогда я могу заниматься преданным служением. Теперь, но мы думаем, но я даже не пришел к этому этапу, так что, может быть, мне стоит работать над этим, прежде чем я смогу заниматься всем этим служением. Это не так, как Прабхупада это представлял. Один человек бросил вызов Прабхупаде и сказал, бросил ему вызов. Видите ли вы всех равными? Прабхупада сказал, нет, я не такой возвышенный. Я вижу слона, корову и собаку, людей, собакоедов. Так что человек бросил ему вызов. Что-то вроде того этого. Я забыл детали. Но Прабхупада говорил ему, что ему не хватает этого равного видения. И тогда он принял смиренное положение, он играл с человеком. И тогда Прабхупада сказал, «Я равно стараюсь привести к сознанию Кришны всех без различий. В этом мое равное видение». И человеку это очень понравилось, и он принял это. И таким образом, этот факт, вы можете сказать, но Прабху, я не вижу людей равными. Вот богатый человек, вот бедный человек, тут толстый человек, худой человек, успешный человек, этот человек-неудачник, вот красивый человек, вот уродливый человек, вот собака, вот кошка. Я вижу их всех по-разному. Я различаю. Я материально обусловленная душа. И Прабхупада сказал, нет, если вы видите, что каждый заслуживает равного права на сознание Кришны, и вы пытаетесь дать это каждому равным образом, то вы самадаршаном, вы видите равным образом. Вау. Это интересно, не так ли? Потому что мы бы никогда не подумали, пандита самадаршаном, корова, слон, брахман. Я не вижу их одинаково. Я вижу слона.
уступи дорогу, я не хочу, чтобы меня там задавили. Я вижу брахмана, я кланяюсь, я вижу собаку, может быть, там собаки болячка, держите собаку на расстоянии. Может быть, у нее бешенство, не хочу, чтобы она меня укусила. Конечно, естественно. Так что у меня есть вот эти разные чувства. Но преданный думает, о, вот собака, да и немного просада. Итак, Прабхупада переинтерпретировал это для нас в Кали-Югу, все эти вещи. Так, теперь мы все равны. Пандита Самадаршинам, у нас всех равное видение. Интересно, потому что мы все одинаково этого хотим. Мы выходим, распространяем сознание Кришны всем. Мы приглашаем всех прийти в храм, все приходят в храм. Мы не различаем. Сегодня ты не получишь просад, потому что ты слишком толстый. Тебе это не нужно. Или ты очень привлекательный, я дам тебе больше просада. Не нравишься? Нет. Таким образом, мы понимаем, что Прабхупада нас вовлекает, и это как-то вот внезапно, если мы делаем то, что говорит Прабхупада, мы на уровне Брахмабута. И вот тогда вы можете читать Бхагаватам без проблем. И вот святое имя. Просто повторяю его, и проблем не будет. И последнее, что я хочу сказать, и затем мы ответим на вопросы. Давайте прочитаем вот это последнее. Таким образом, для того, чтобы Вьясадева мог сохранить достигнутое положение на стадии Брахмабуты и глубже осознать трансцендентное Нарада, посоветовал ему с энтузиазмом взяться за всестороннее описание пути преданного служения. Это должно было вывести его из глубокого уныния. Это тот же момент. Просто слушайте Бхагаватам, и этого будет достаточно для стадии Брахмабуты. Вы этого добьетесь, занимайтесь преданным служением, это приведет вас к уровню чистого преданного служения, услышав о Кришне. Таким образом, вы дойдете до стадии Брахмабуты. Вам не нужно беспокоиться о стадии Брахмабуты, просто слушайте о Кришне, и вы туда доберетесь. Если вы уже там, услышав о Кришне, сразу трансцендентно. И это действительно пробудет чистое преданное служение через слушание. Остальное не сделает многого. Но если вы слушаете о Кришне, автоматически дойдете до Брахмабуты, так что не беспокойтесь об этом. И последнее, интересное. Вьясадев был уныл. И уныние обычно является симптомом какого-то материального недуга. Санчити-наканчити, не печальтесь. Ему кажется, что что-то не так. Что-то не так. Мы бы назвали это интуицией. Он знал. Он не знал почему, но он чувствовал. Иногда Кришна дает вам чувство, что что-то не так. Я не знаю, что это. Я не чувствую удовлетворения. Я не чувствую, что все в порядке. Я знаю, что что-то сделал не так, или что-то отсутствует, чего-то не хватает, или я сказал что-то, или мне плохо от того, что я что-то сделал. Так что Вьясадева был в таком положении. Иногда мы тоже в таком положении. И он не знал, что это. И тогда, как всегда, появляется Нарада в нужное время, в нужном месте. Он знает, где быть. Теперь у нас есть эта история. Итак, даже Вьясадев, этот великий мудрец, интересно, что даже этот великий мудрец, Кришна использовал его в этой лиле, чтобы показать, что даже на таком возвышенном уровне иногда что-то не так. И если вы когда-то у вас возникает чувство, что что-то не так, не отрицайте это чувство, не игнорируйте его. Но подумайте об этом. Или поставьте вопрос старшим преданным, что я чувствую уныние, мне кажется, что что-то пропущено в моей жизни. Что происходит? Изучите это. Потому что в этом исследовании вы можете обнаружить, что на самом деле я пренебрегаю чем-то, или я недостаточно слушаю, или мои круги недостаточно хороши, или я должен... Есть служение, которое мой гуру Махарадж хочет, чтобы я сделал, я просто отложил его там в задний ящик. Я не делаю его. Я знаю, что это важно, я должен. Так что вы хотите поразмышлять, если у вас возникло чувство уныния. В чем причина этого? Потому что в этом размышлении вы можете столкнуться с реальной проблемой и решить ее. Итак, когда Вьясадев сделал то, что Нарада Муни ему сказал, его уныние разрешилось.
уныние ушло, потому что это была причина его уныния. Я не прославил Кришну. Иногда я давал лекции не преданным о прощении. Иногда в конце лекции я чувствовал уныние. Я не смог прославить Кришну. Я чувствую себя так. Я рассказал вам о прощении, ладно, это хорошо, но это не обязательно поможет им в их сознании Кришны. Я имею в виду, мы также говорим о карме и других философских идеях, но иногда я просто хочу рассказать им о Кришне напрямую. И часто я думаю, почему я чувствую ныне? И он говорит, потому что не смог рассказать им о Кришне. Все в порядке, это хорошо, что нам делать, это помогает людям. Это что-то, с чем мне просто нужно смириться, потому что это приведет и к Кришне. Все что угодно. Мы сталкиваемся с этим чувством. Вот мой момент. Мы это тем не пренебрегаем. Хорошо. Так что теперь завершили. Надеюсь, вы все еще бодры. И теперь у нас есть вопросы. Если вы не проснулись, на счет три проснитесь. 1, 2, 3. Хорошо, теперь все проснулись. Надеюсь, я вас не усыпил. Хари Кришна. Итак, как мы это делаем? Спасибо, Махарадж, за вашу замечательную лекцию. У нас есть несколько вопросов в чате. Хорошо. Вы хотите их прочитать или я должен их прочитать? Я прочитаю их для вас. Первый вопрос. От доктора Виджай Лакшми Пателла. Он спрашивает, если Вьясадева является литературным воплощением Кришны, то почему он забыл написать о преданном служении в Веданте? В конечном итоге ответ заключается в том, что это лила, которую хотел Кришна. Но, как я уже отвечал в начале лекции, даже если человек не полностью понимает, что он делает, Кришна может использовать его как свой рупор. Даже если, скажем, я не полностью самореализован, Кришна может использовать меня для того, чтобы говорить вещи, которые говорил бы только самореализованный человек, хотя я сам полностью не самореализован, если Кришна этого хочет. Иногда у меня есть такой опыт. Думаю, у многих из нас есть этот опыт. Вы говорите что-то на лекции, человек говорит, вы знаете, вы говорили прямо к мне. Это было именно то, что мне нужно было услышать. И вы не имели представления, что этому человеку нужно было это услышать. Но Кришна знал, что этому человеку нужно было это услышать. Так что вы говорите, сразу отвечает на проблему или вопрос, который у человека есть. Так что Кришна может использовать вас таким образом, даже если у вас нет полного сознания. Это проходит через вас. И эти обсуждения с Рамананда Раем и Господом Чайтаньей, Рамананда Рой объяснял много вещей, и Господь Чайтанья говорит, это замечательно. И Рамананда Рой говорит, на самом деле мой язык как струнный инструмент, на самом деле это ты играешь на нем. Так что это как будто ты заставляешь меня говорить все эти вещи. Так что Кришна может делать это. Так что позиция Вьясадевы написать Веды, это его сева. И, как я говорил, даже великие личности, такие как Вьясадева, развивают свое сознание Кришны и расширяют его. Так что это хороший пример того, что мы не должны стесняться служения, которое мы не всегда чувствуем себя полностью квалифицированными выполнять. И мы можем полагаться на Кришну. И если Кришна хочет, чтобы мы это делали, Он даст нам квалификацию. Иногда мы можем навредить каким-то вещам, если мы действительно не квалифицированы, особенно если мы имеем дело с чужими жизнями. Вам нужно быть осторожными. Но часто преданные видят, что им приходится делать вещи, для которых у них нет квалификации, и Кришна дает им способность и разум. Последнее, что я хочу сказать, Девамрита с вами как-то читал лекцию, и он сказал, когда был Прабхупада, я делал много вещей, и когда я вспоминаю об этом сегодня, может быть, там 20 или 30 лет после того, как Прабхупада ушел, он сказал, когда я вспоминаю об этом, я даже не понимаю, как мне удалось сделать эти вещи, будучи таким молодым, преданным. И у меня есть книга,
осознание, реализации, которую я записал, когда я был примерно 2 года в движении. Иногда я ее читаю, и я думаю, как я все это понимал? Я был всего лишь 2 года преданным. И я читаю то, что я написал, и я думаю, это довольно глубокая реализация. И я осознал, и сказал, что когда я написал это, вероятно, я тогда не осознавал многого, как я понимаю сейчас. Но все равно у меня было это осознание. Кришна меня вдохновлял. Вот мой ответ. Хорошо, следующий вопрос. Спасибо, Махарадж. Вы говорили в своей лекции, как в ранние дни Прабхупада говорил, что Кришна даст вам разум. Да. Так как мы можем сравнить это с усилиями? Ведь кто-то может сказать, давайте просто практиковать преданное служение и не беспокоить мир. Кришна даст им разум прийти к преданному служению по своей воле. Так как сравнивать предоставление разума Кришной и усилия для изменения вещей или помощи людям? Да, но они работают вместе, совместно. На самом деле есть 2 способа получить разум. Один способ — это через усилия. Ладно, Кришна, мне нужно это сделать. Но если вы просто прилагаете свои собственные усилия, не полагаясь на Кришну, это в действительности выражение высокомерия. В том случае, если вы говорите, «Кришна, мне нужно это сделать, но я не чувствую себя квалифицированным», то в этом недостатке квалификации именно там Кришна вступает и дарует вам разум. Это не так, будто я не уверен, что вы говорите, если я просто предприму усилия, я действую без разума, и я просто там пытаюсь. Но наставления Прабхупады, по крайней мере для меня, были в том, что вы прилагаете усилия, но делаете это смирением, что означает, что я предпринимаю усилия, но не чувствую, что я квалифицирован. То есть я создал пробел, и вы позволяете Кришне войти в этот пробел. И этот пробел заключается в том, что у меня нет способности и у меня нет разума. Так что, Кришна, пожалуйста, заполни этот пробел. Это не значит, что я не предпринимаю усилия и не прилагаю усилия, пока Кришна не заполнит этот пробел. Но часто это происходит потому, что мы предпринимаем усилия, и потому что мы смиренны. Вот почему Кришна дарует разум. Это как если бы вы не предприняли усилия, зачем ему дарить вам разум? Вы ничего не делаете. Так что в каком-то смысле можно сказать, что усилия — это катализатор для разума. Но всегда нужно думать, хорошо, я несовершенен, я не самый умный человек, не самый разумный, мне нужна помощь, и мне нужен разум. Но я собираюсь выйти и принять усилия, в любом случае, несмотря ни на что, потому что это того, что хочет Кришна, или мой гуру хочет, чтобы я это сделал. Так что это смирение. Спасибо. Не знаю, ответил ли я на вопрос. Да, да, вполне. Это очень хорошо. Большое спасибо. Следующий вопрос от Сахадева Прабу из США. Сахадев, пожалуйста. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. Hare Krishna Prabhu, большое спасибо. You're welcome. Prabhu, are you in the States? Пожалуйста. Where are you, Sahadev? Вы в Соединенных Штатах? Где ты, Сахадев? I'm in Harrisburg, close to Gitanagari. Я в Харрисбурге, неподалеку от Гитанагари. О, хорошо. We're really sorry for... Мы действительно просим прощения за то, что мы разбудили вас так рано. Возможно, в следующий раз мы попробуем подстроиться. Я имею в виду, уверен, администраторы и община будут рады подстроиться под вас по времени, так, чтобы не было слишком рано. Я думал, прежде чем вы связались со мной, я думал, ну вот я здесь, в Алачо, я не путешествую. Довольно легко по сравнению с путешествием, мое расписание. И я чувствовал, что мне нужно сделать какую-то аскезу. И тогда Гиридхари, она пишет, можете дать лекцию? Я смотрю на свои часы. Я думаю, там было 3 часа. Тогда, когда она меня спросила, я болел, не мог это сделать. И потом, позавчера, 3 ночи назад, я лег спать в полночь. Каким-то образом не мог заснуть до полуночи. Я думал, я не могу ложиться спать в полночь и вставать в 2:30. Это полностью испортит мой день. И потом, позавчера, я лег спать в 11:30. Я думал, я не знаю, смогу ли я дать эту лекцию. И я заставил себя. Так что у меня все в порядке. Я лег спать немного раньше. И аскеза — это богатство брахманов.
Так что вам не нужно беспокоиться обо мне, все в порядке. Хорошо. Спасибо. Мой вопрос заключается в том, что я считаю, что преданное служение намного проще для некоторых из нас, таких как второе поколение, в отличие от вас, непосредственных учеников Шрилы Прабхупады, потому что у вас не было никого, с кого можно было бы брать пример, чтобы понять, что делать, что не делать. Для нас это проще, потому что мы можем обращаться к вам и другим ученикам Шрилы Прабхупады, чтобы понять, что правильно, что неправильно. Так что хотели бы вы поделиться с нами тем, что заставило вас быть нацеленным и понимать, что нам нужно делать вот так, не делать вот так, и что удерживает вас в служении преданным до сих пор, в преданном служении. Спасибо, Хари Кришна. Что сделало меня сосредоточенным, даже несмотря на то, что у нас не было общения со старшими, и мы по-прежнему могли следовать. Да. Думаю, ответ будет разным для разных преданных. Возможно, некоторые ответы похожи. Мой личный ответ был в чем-то вроде... Когда я познакомился с сознанием Кришны, мне показалось, что это то, что я искал, и, наконец, я нашел это. И это было так, что это так ценно. Это так ценно. Как я могу когда-либо отказаться от того? Как Прахлад Махарадж, знаете, вот эту молитву Прахлада Махараджа, он прославлял Нарада Муни, он сказал, Нарада Муни спас меня, как я могу отказаться от его служения? Так что это была одна сторона. Вот драгоценность. Ты просто получил драгоценность, я не собираюсь взять драгоценный камень, просто положить его куда-то и забыть, где он. Это слишком ценно. Это должно быть прямо в моем сердце. И другая сторона, возможно, похожа. Она была тем, что у Прабхупады есть миссия, и он просит нас принять миссию. Как бы это в ваших руках. Прабхупада часто говорил, «Я старик, я могу уйти в любой момент. Вот миссия, это в ваших руках». И у меня всегда было ощущение, как я могу отказаться от миссии, которую дал Прабхупада, потому что его уже больше нет. Он дал нам миссию, и он сказал нам, «Продолжайте». Так что, несмотря на все трудности, с которыми я лично сталкиваюсь или сталкивался в распространении сознания Кришны, эти две вещи, у вас есть драгоценность, развивайте этот драгоценный камень, заботьтесь о нем, держите его блестящим, он будет освещать вашу жизнь. И этот драгоценный камень будет освещать жизни других людей, и ваш духовный учитель хочет, чтобы вы передавали его другим людям. Так что с этими двумя вещами передо мной, это было как, что бы ни произошло, хорошее или плохое, трудное, как я могу сдаться, как Прахлад Махарадж, как я могу оставить? Мой духовный учитель спас меня, как я могу отказаться от служения ему? Именно так я себя чувствовал. Второй момент, о котором я думал, это, как вы сказали, но у нас не было много общения. Так, мы просто приспособились к тому, что у нас есть. Это вот цель. Вы хотите возделывать поле, и у вас есть только ручные инструменты. У вас есть там плуг и бык, ладно? Это то, что вы используете. У соседа есть трактор и все эти механизированные инструменты, у вас этого нет. Так что вы справляетесь с тем, что у вас есть. Я думаю, что это было наше настроение. Но это то, что у нас есть. Для нас 2 года было уже старший преданный, так что это то, что у нас было. Мы использовали это было как вот простой ручной инструмент. Так что, думаю, в этом смысл. В какой бы ситуации вы ни находились, что бы вам Кришна ни дал, это в порядке, это то, что у меня есть сейчас. Может быть, я живу вдали от преданных, или какая бы там другая ситуация ни была. Это то, что у меня есть. Так что я должен максимально использовать это. И я не могу сказать, что я собираюсь сдаться, потому что само украшение слишком ценно, цель слишком ценна, и Прабхупада поставил тебя на этот путь. И так ты можешь достичь этой цели, и как ты можешь отказаться от этого? Это так особенно, так редко. Вот как я это ощущал. Я думаю, что это всегда было моим чувством с первого дня, и до сих пор ничего не изменилось. Когда я впервые стал преданным,
Это было почти как, когда ты влюбляешься в своего мечтательного принца или принцессу и думаешь, не могу поверить, как повезло, что я встретил эту женщину или этого мужчину. Это как вот пришел принц очарователь, моя принцесса, она так красива, она так замечательна. Я даже не мог себе представить кого-то такого. Просто чувствуешь, что вау, Вселенная благословила меня, Бог благословил меня. Так что, когда я стал преданным, это было как я был ошеломлен. Не мог поверить, что я действительно нашел это истина, которую я искал. Это удивительно. Так что всегда было вот это интенсивное ценение. Такова была идея. Как я мог с этим расстаться? Спасибо, Махарадж. У нас есть еще один вопрос. Это касается того, что вы так много говорили о распространении книг во времена Прабхупады. Так что мой вопрос заключается в том, что сегодня у нас так много книг онлайн. Veda-based, другие книги обычно доступны онлайн. Так как вот преданные могут распространять книги, ведь в ранние дни храм означалось то, что вы занимаетесь распространением книг, и сегодня никто не покупает книги, что могут получить книги онлайн. Так что есть какие-то адаптации, или как храмы могут поддерживаться, или распространять книги онлайн, как часть распространения книг? Вы можете... Я не знаю ситуацию в вашей стране, возможно, по-другому в Америке. Они все еще распространяют много книг. Многие люди, по крайней мере в Америке, даже если они имеют книги онлайн, на самом деле предпочитают книгу в руках. Но если вы посмотрите на свою страну и скажете, что люди предпочитают читать онлайн, или из экономической ситуации им проще позволить себе книги онлайн, вам придется внести некоторые изменения, коррективы. Вы можете выходить на Санкт-Киртану, и есть приложение для телефона. Вы просто пересылаете книгу. У вас есть книга, и вы идете и спрашиваете, хотите ли вы ее в цифровом формате. Вы пожертвуйте, я перенесу на ваш телефон прямо сейчас, или как-то вот иначе. Или вот ссылка. Я отправлю вам ссылку, дайте мне ваш номер WhatsApp. И по этой ссылке вы можете скачать. Нам определенно придется внести какие-то изменения, потому что... Очевидно, все больше и больше людей читают цифровые книги. Возможно, никогда не будет так, что цифровой формат будет единственным способом, по крайней мере, не в нашу жизнь. Это может также не произойти. Но определенно цифровой формат имеет место быть, так что это один из способов. И нам нужно к нему адаптироваться. Если в вашей стране это самый популярный способ, то вам придется заниматься цифровым распространением книг с использованием ваших цифровых средств продажи или предоставления книг людям. Это также экономический вопрос. Мы получали деньги на распространение книг, и, возможно, люди не хотят платить за цифровое издание или платят меньше. Что же делать? Это ситуации, о которых нам нужно обсудить и подумать. Я не знаю, потому что мы говорим о распространении книг, и вы можете подумать, ну, если я не распространяю физическую книгу, то, возможно, я не удовлетворяю Прабхупаду, потому что он говорил о распространении книги. Но, очевидно, это все равно книга, даже если это и цифровой формат. Информация та же самая. Это будет решение для каждого храма или каждой страны. Им придется сделать это. И, очевидно, мир движется в цифровом направлении. Это довольно далеко. Но я говорил об этом с другими преданными, и они считают, что книги всегда будут востребованы, но, возможно, не так сильно. Не знаю, если это отвечает на ваш вопрос. Не уверен, если это был вопрос. Да, Махарадж, большое вам спасибо. Если у вас есть вопрос, любезно поднимите руку и включите микрофон и задайте его. В Нигерии английский — это основной язык или единственный язык? Да, английский язык основной, и также в Гане английский официальный язык. Затем в некоторых франкоязычных странах, таких как Кот-д'Ивуар, Того, Бенин, они говорят по-французски. Хорошо, а французы также говорят по-английски или тоже только по-французски? Они говорят по-французски, только по-французски. А на люди общаются на каком языке? Есть много местных наречий, языков. Официальным языком является английский или французский. Хорошо. Yeah, right. Not a problem.
Говорят ли все англичане, то есть если английский ваш язык, вы также изучаете французский в школе или это по выбору? Это по выбору, но сейчас большинство школ преподают оба языка, хотя это и по выбору. Но большинство людей путешествуют в многих хороших странах, поэтому многие говорят на английском и французском. Хорошо. Да, вот так. Итак, мой последний вопрос меня касается Кали-юги. Вы говорили о милости Кали-юги в своей лекции. В то время, как я родился именно в этот период Кали-юги, почему я здесь? Итак, если Кали-юга, если быть преданным, если все эти вещи, милость, которую мы получаем, родившись сейчас, почему мы жалуемся на все трудности материального существования? Почему мы не видим все как милость Кришны, что мы родились в Кали-юге? Почему мы, как преданные, не видим это как милость, все эти трудности? Кали-юга — лучшее время для рождения, потому что вы получаете самую большую награду, вы получаете милость. Кали-юга — лучшее время для рождения, потому что вы получаете самую большую награду, вы получаете милость Махапрабху, и поэтому вы получаете высшую любовь самым легким образом. Вы получаете лучший продукт по самой низкой цене. Поэтому мы должны видеть это так. Приходит великий дар киртана. Как мы говорили здесь, Бхагаватам, так много великих преданных госвами пришли, и вся ученическая преемственность. В последнее время в мире были трудные вещи, все. И это все просто. У меня есть ученица, и она всегда говорит, знаете, мне просто кажется, что я не готова вернуться к Богу, обратно к Богу, и я слишком привязана к этому миру. Так что я всегда проповедую ей, ну, ты должна думать об этом и учитывать это. Да, я знаю, но все равно я просто не знаю, готова ли я. И потом, несколько месяцев назад, когда дела стали действительно плохими из-за ковида, в одной лекции она написала мне, «Теперь я готова идти обратно к Богу». Вы смотрите на это так и понимаете, что если мы все еще здесь после всего этого, это Кали-юга, и мы все еще здесь, значит, мы еще не научились. Так что Кали-юга хороша для нас, потому что боль такова, что нам нужна она, чтобы научиться. Но, может быть, вы слышали, что полубоги, когда они анализируют милость, доступную в Кали-юге, все думают, ну, пусть я рожусь на земле, чтобы я мог присоединиться к движению Харе Кришна или быть частью этой лилы. Так что я считаю важным для нас всегда, как я и говорю себе, чувствовать себя такими удачливыми, что у нас есть сознание Кришны. Это действительно очень важно всегда это ценить. И даже если это Кали-юга, это когда Прабхупада приходит, это идеальное время. И если мы это ценим, это становится фантастическим толчком продолжать двигаться вперед, несмотря на все, что происходит в Кали-юге. И многие из нас чувствуют, что, ну, это Кали-юга, я совершил столько грехов в прошлом. Но Прабхупада сказал, что сознание Кришны более могущественно, чем ваша обусловленность. Так что, если Махамантра более могущественна, чем ваше состояние обусловленное, то Махамантра более могущественна, чем все, с чем вы сталкиваетесь. Итак, вы действительно не можете жаловаться, потому что это как вот жаловаться, что вы болеете, но врач дал вам лекарство для исцеления. Да, но я болею. Но, Прабху, у тебя есть лекарство. Это новое лекарство. Знаешь, это заболевание никогда раньше не излечивалось, и теперь у тебя есть лекарство. Да, но, знаете, мне приходится принимать его по 16 таблеток в день, и это меня как-то беспокоит. Знаете, нельзя есть там определенные продукты. Да, но ты собираешься излечить это неизлечимое заболевание, которое мучило тебя миллион воплощений. Да, ну знаешь, я бы хотел, чтобы это было проще. И мы ведь жалуемся на то, насколько трудно принимать 16 таблеток и не есть определенные продукты. Это ведь вообще бессмыслица. Скорее мы должны думать, у меня есть таблетки. Это удивительно. И у никого раньше не было этих таблеток, и эти таблетки излечат мое заболевание. Так что мы должны праздновать, а не жаловаться. И... конечно, некоторым людям нравится жаловаться. Вот так они это и делают.
Да, они могут жаловаться на что угодно. Знаете, там, если бы в мире не было проблем, они бы жаловались: «О, ну в мире нет проблем, нам нужны проблемы, мы должны что-то там починить». Знаете, они будут жаловаться на что-то, таковы люди. Знаете таких людей. Не на что жаловаться, они найдут что-то. Прабу, почему ты так расстроен? Я расстроен, потому что не на чего жаловаться, и мне хочется пожаловаться. Прекрасно, не могу жаловаться, сегодня у меня депрессия. Да, такие вот люди, они найдут, о чем пожаловаться. Спасибо, Махарадж. На следующий вопрос от Ганга Прасад Прабу. Ганга, пожалуйста. Ганга, please. Поклону вам, Махарадж. Вся слава Шри Гуру и Гауранге. Вся слава Шри Прабхупаде. В ходе вашей лекции вы упомянули, что Дамодара Лила — это особое событие, которое происходит здесь, а не в духовном мире. Мне нужно было получше понять это. Лили Кришны, он как 16-летний юноша. Так что это лила Кришны, рождение, которое происходит, может происходить только на этом уровне, или он, где он выбирает, это только на уровне, потому что там ему вечно 16 лет. И в Бхагаватам говорится, что это самые сладкие лилы, эти лилы маленького младенца, становящегося юношей, вся шалость и все такое. Итак, мы можем услышать об этом. И мы будем участвовать в этих лилах после того, как мы покинем это тело, если мы покинем его сознание Кришны и присоединимся к той вечной лиле. Так что это интересно, потому что Кришна совершает так много лил, и Кришна убивает Камсу, и в духовном мире он не убивает демонов. Я знаю, что некоторые из вас действительно любят те истории, где Кришна убивает демонов. Так как вот, да. Но он этого не делает в духовном мире. Так что, придя в духовный мир, вам скажут: «Добро пожаловать», а потом вы спросите: «Убивает ли Кришна здесь каких-нибудь демонов?» Нет, это происходит только в материальном мире. Вы скажете: «О, это разочаровывает. Отправьте меня обратно в материальный мир. Мне нравятся лилы с демонами». Так что, конечно, это не будет так. Но эти лилы продолжаются. Они продолжаются только в духовном мире, как сказал Прабхупада, как слухи. Как его слышат, то, что Кришна убил этого демона. Но демона нет. Так что здесь, когда вы освобождаетесь, вы будете участвовать в этих лилах. Это довольно особенно, не так ли? Это называется Баума Вриндаван. Вриндаван — это планета, где является Кришна. Туда мы все идем перед тем, как войти в Голока Вриндавану для вечной лилы. Так что Кришна, он вечно молод, около 16 лет. Так что у нас нет этих забавных лил, но они есть здесь, в Бхагаватам, и мы не только слышим, но когда-то мы будем участвовать. Это вот, как вы знаете, вот мы здесь, в Кали-юге, мы все еще здесь после всех этих жизней, и мы все еще боремся, пытаемся наслаждаться, и Кришна, и Господь Чайтанья говорят: «Хорошо, давай изменю это, сделаю благословение». Так что каким-то образом быть там, где мы сейчас, это величайшее благословение, не так ли? Да? Мы просто благословлены иметь Бхагаватам, святое имя, чтобы иметь возможность читать все эти лилы. Мы так это видим. Так что Кришна действительно милостив к нам. Он приходит и делает, совершает все эти лилы взросления. Большое спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Махарадж, за эту замечательную лекцию. В отсутствие еще вопросов мы можем завершить лекцию. Хорошо. Мы с уважением просим всех преданных любезно включить микрофоны и давайте повторим Харе Кришна для Махараджа.
Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Ram. Hare Ram. Rama. Hare Rama. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.